начнется поединок 20-го тура первого дивизиона, в котором отношения будут выяснять Ансар и Тандер. Настоящая зима у нас в Москве. Сегодня весь день без остановки идет снегопад. Понятное дело, что в подобных условиях футбол превращается в своего рода, знаете, такую пародию на пляжный футбол, на своего пляжного собрата. Весь предыдущий час работники стадиона пытались очистить газон от снега, приспособить его к, скажем так, играбельным функциям. Но вот вы прекрасно все видите по нашей телевизионной картинке. Не очень в итоге это все получилось сделать. Когда определенную часть, определенный участок поля очищали, начинали заниматься другим, предыдущий уже вновь успевала замести. В общем, посмотрим, какое же в итоге зрелище смогут выдать команды. У нас небольшая пауза перед началом этого поединка. Связана она с тем, насколько я понимаю, что голкиперу Тандера сейчас принесут манишку. Его игровая форма очень похожа на цветовую гамму соперника. Вообще стоит признать, что вот такая вот бирюзовая форма Тандера, она действительно очень и очень похожа на цветовую расцветку Ансара, в которой, как уже традиционно стало, выступает в зеленых цветах. Но главный арбитр встречи Владимир Коржевский дал добро на проведение матча в подобной расцветке. Скажем честно, из телевизионной картинки не знаю, как это будет смотреться, но с комментаторской позиции проблема с идентификацией футболистов возникнуть не должно. А вот и стартовый свисток, возвещающий о начале этого поединка. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. И все внимание мы отводим на футбольное поле. Не поворачивается его назвать газоном, язык не поворачивается, конечно же. И давайте познакомимся со стартовыми составами играющих сегодня команд. Сразу сообщу, что у нас большие изменения в стартовых расстановках, как в одной, так и в другой команде. Видимо, не всем футболистам удалось к началу поединка вовремя добраться на стадион, если уж на нашем поле вот такие вот проблемы. Смею предположить, что на дорогах ситуация, что называется, не лучше. Поэтому я вам сейчас оглашу стартовый лист, тот, который мне указывали капитаны и наставники команд, а затем уже попробуем разобраться, кто на самом деле на поле, под каким номером и на какой позиции. Итак, футбольный клуб «Тандер», номинальные гости сегодняшнего матча, бирюзовые цвета. Шамиль Бетрединов, номер один в воротах у Громовых, Анатолий Макаров, 63-й, и Сергей Агейчик, 3-й, в обороне у команды Михаила Нагорного. Александр Саженин в центре поля расположился. Справа Валентин Петряков, 9-й. Слева Михаил Савин, 70-й. На острие атаки Григорий Баталин, 10-й. И Сергей Малышев, 21-й. Ансар Рамиль Хусаинов под 87-м номером защищает ворота южан. В центре обороны Герихан Албагачиев, 3-й. Справа Камиль Магомедов, 10-й. Слева Мурат Титуев, 52-й. Мубарак Салихов, 6-й, в центре полузащиты. Эльдар Гамидов справа, 7-й. Сайфуддин Рамазанов, 5-й, слева. И Фарид Гамидов на острие атаки, номер 9-й. Вот сейчас Рамазанов рывается в штрафную, но здесь не только защитники мешают ему выбраться на ударную позицию, но и заснеженный газон. Удар толком не получился, и мяч отошел в конечном счете к футболистам Громовых. Что касается Ансара, то вот вижу, что на ближней к телевизионной картинке бровки у нас действует под 80-м номером Арслан Абдулгамидов. Насколько я понимаю, Мубарак Салихов выпал из стартового состава, потому что Эльдар Гамидов действует в центре полузащиты. С остальными футболистами вроде бы все в полном порядке. А нет, вот Фарида Гамидова не вижу я на газоне. На еще ко всему прочему, вместо него в старте начинает Мурат Гаджиев, но Гаджиев — это все-таки полузащитник, а не игрок линии атаки, поэтому Гаджиев занял позицию на краю атаки, а на острие с первых минут вышел Сайфуддин Рамазанов.
Что касается Тандера, то здесь в опорной зоне, насколько я вижу, играет Сергей Лисюков. Сейчас попробуем разобраться, вместо кого же именно этот футболист появился. Потому как здесь таких больших перестановок, насколько я понимаю, нет в составе футбольного клуба «Тандер». В линии обороны вроде бы все в порядке. Но Лисюков расположился на позиции опорного полузащитника. Сейчас просматриваю я составы команд. Вижу еще, что и Евгений Новиков, дебютант в составе «Тандера». Перебрался он из футбольного клуба «Бинго-бум». Также в стартовом составе и действует он в центральной линии. Валентин Петряков на дальней бровке. Давайте за этой атакой посмотрим. Передача пятка от Сафуддина Рамазанова. Немного не в такт партнеру, но мяч остается у Ансара, который возобновит игру посредством ввода мяча из-за боковой. Евгений Новиков таким образом у нас начал в старте. И вот сейчас он как раз-таки с мячом подкараулил ошибку Эльдара Гамидова. А затем ошибся и сам мяч у Гаджиева. Рвется он вперед по своей бровке, в подкате его останавливают, но мяч остается у Гаджиева. Тот выбрался на оперативный простор почищенного участка, но похоже, что это только ему во вред пошло, потому что там скольжение получилось в разы сильнее, чем на полностью покрытом снеге участке, и в итоге равновесие футболист потерял. Сергей Агейчик и Анатолий Макаров, как я уже сказал, все-таки на газон приехали вовремя. На поле стадиона на Флотской и появились с первых минут. Здесь играет Сергей Лисюков в опорной зоне. Но вот важное изменение. Все-таки Агейчик действует справа в полузащите. Следовательно, можно предположить, что Михаил Савин в итоге до стадиона не добрался, потому как Валентин Петряков на дальней от нас половине действует. И также отмечу, что и не в два форварда действует «Тандер» с первых минут. Вот так вот погодные условия мешают не только футболистам непосредственно на поле, но и банально попросту доехать до стадиона. Что интересно, ни одна, ни другая сторона не стала брать разрешенный регламентом 15 минут. Небольшую задержку все-таки команды, что называется, привезли долго, выходя из раздевалок, но в итоге за рамки, скажем так, внегласно положенного соперники не вышли, и практически вовремя трансляцию матча мы с вами, дорогие друзья, начали. Немного о турнирной ситуации в первом дивизионе. Отметим, что сегодня уже один матч в 20-м туре состоялся, и футбольный клуб «Марвел» оказался сильнее «Трувера» с минимальным перевесом. Здесь подача с углового момента. Мяч попадает в штангу, добивание будет. Нет, здесь падение. И назначает арбитр удар от ворот. «Марвел» в голевой перестрелке оказался сильнее «Трувера», но это все-таки у нас разборки из нижней половины турнирной таблицы. Здесь же сейчас в прямом эфире у нас встречается команда, которая сражается за повышение в классе. Это мы говорим о «БКах». Располагаются «Громовые» на третьей позиции. А здесь Гамидов на ударной позиции и вновь мешает футболисту Ансара неудобное покрытие газона. Не удалось пробить на технику в дальний угол. Мяч в итоге соскочил с ноги и отправился ближе к угловому флажку. Так вот, возвращаясь к турнирной таблице, «Тандер» располагается на третьем месте. «Ансар» ближе к ее середине, девятой позиции. Но команда очень долго вкатывалась в сезон. Команда является дебютантом первого дивизиона, если говорить по факту. Да, несколько сезонов коллектив Сайфуддина Рамазанова провел до этого в первой лиге, но затем вылетел во второй дивизион. Повышение в классе в итоге добиться по итогам прошлого сезона не удалось, но вот такое вот объединение с футбольным клубом «Меккой», которая вылетела из высшего дивизиона, а затем прекратила свое существование, вот это вот объединение позволило Ансару вернуться в первую лигу. И вот что мне лично хочется отметить, как одному из главных обозревателей первого дивизиона, это вот качественные изменения в структуре, что ли, игры команды Сафуддина Рамазанова. Если раньше основные
успехи коллектива приходились исключительно на Фарида Гамидова и Сафудина Рамазанова, которым активно помогал Эльдар Гамидов, и во многом результат поединка зависел от удачных или неудачных действий этих двух-трех игроков, то теперь и другие компаньоны, другие партнеры подтянулись к своим лидерам, и это находит свое отражение не только в непосредственно забитых мячах все тем же, например, Теревердиевым или, например, Мурадом Гаджиевым, но и в чуть менее бомбардирских свершениях все того же Гамидова и Рамазанова. Только вдумайтесь в эту цифру. Лучший голеадор Ансара Сафудин Рамазанов за все время существования команды в среднем за сезон забивал порядка 30, даже чуть больше мячей. Но вот в этом году за весь первый круг Сафудин Рамазанов всего 8 раз поразил ворот соперника. При этом еще 9 раз отдавал голевые передачи партнерам. У Тандера, напротив, есть ярко выраженный лидер в нападении. Это Сергей Малышев. Он забивает львиную долю голов команды. 22 из 55. Близко к половине число. И во многом, опять же, то, от чего уходил Ансар, то присутствует у Тандера. Опять же, это ни в коем случае не плохое качество команды, потому как обладать в составе таким форвардом, как Малышев, это дорогого стоит, но все-таки в какой-то степени делает игру несколько зависимой от одного единственного футболиста. Антуль Макаров классно идет в подкат, без нарушения правил выбивает мяч из-под ноги у Мурада Гаджиева. Тому, видимо, досталось при приземлении на газон. Но понятное дело, что никакого нарушения правил там не было. Чище, наверное, в подкате сыграть было банально сложнее. У нас тем временем первая замена в сегодняшнем матче. На исходе 10 минуты встречи она происходит. Отправляется на скамейку запасных 80-й номер Арслан Абдулгамидов. Футболист, который начал матч в старте ввиду опоздание одного из своих партнеров. Вот один из них сейчас и появился на газоне. Это Фарид Гамидов, лучший снайпер Ансара в нынешнем сезоне. На его счету 11 забитых мячей. А здесь момент создает Ансар и забивает первый гол в сегодняшнем матче. На 11-й минуте состоялось это взятие ворот. И как же здорово открылся на дальней штанге у нас Камиль Магомедов. Нашли его передачи партнера. И уже буквально с одного там метра было сложно промахнуться защитнику Ансара, и открывает он счет в сегодняшнем противостоянии. 1-0, быстрое начало, быстрый гол в исполнении южан, и, наверное, стоит признать, что это взятие ворот абсолютно закономерное. Очень здорово номинальные хозяева сегодняшнего матча начали эту встречу, пусть и особых голевых моментов в итоге создано не было. Очередной свисток, нарушение правил. Анатолий Макаров заблокировал проход Гаджиева и остановил таким образом наступление соперника. Ну а возвращаясь к поединку первого круга, команды открывали, к слову, чемпионат в первом дивизионе. Это было в субботу, как сейчас помню. Рано-рано утром Тандер и Ансар сыграли 2-1 в пользу быков. И тогда, что интересно, также счет был открыт футболистами в зеленой форме. Тогда, правда, отличился Фарид Гамидов, и его гол таким образом стал первым голом сезона в первой лиге. Ну а для Камиля Магомедова, проверил я сейчас статистику, это первое взятие ворот в нынешнем году. Отличался он голевыми передачами, но вот ворота соперника не поражал. И тем интереснее, тем даже забавнее тот факт, что особой радости Магомедов не показывал, забив гол. Словно для него это такое обыденное событие. Ну а пока у нас Тандер в атаке.
скидка под удар, Лисюков, обратная передача на Малышева, и вот меняют направление атаки быки, подача, моменты, ответный гол может состояться, добивание здесь не везет футболистам Тандера, и в обороне здорово отработали ансарцы, по-моему, это Эльдар Гамидов, сквозь снегопад тяжело разобрать, да, седьмая семерочка на спине у футболиста, спасшего свою команду в очень тяжелой ситуации. Момент был действительно стопроцентный. Рамиль Хусаинов оказался отыгран, но на пути мяча оказался Гамидов-младший. Он же и разрядил обстановку в той ситуации. Действительно классный матч мы с вами наблюдаем, несмотря на тяжелые погодные условия. Почти половина первого тайма уже позади. Увидели мы и забитый гол, видели и действительно хороший настрой футболистов, вынужденные замены в стартовом протоколе. Ну и самое главное, что отсутствие вынужденных замен по ходу встречи, травмы пока сегодня футболистов обходят стороной. Петряков обыгрывает один в один Гаджиева. Передача в центр. Неплохо. Развивается атака. Лисюков. И вот он заброс на бровку в направлении подключившегося к наступлению Валентина Петрякова. Зарабатывают угловой футболисты Тандера. И еще одна замена, насколько я понимаю, Мурат Гаджиев также отправляется отдыхать. Вот сейчас таким образом у нас на газоне стартовое сочетание Ансара. Что самое интересное, произошло это только на 15-й минуте, когда команда уже ведет 1-0. Ох, какой момент, в перекладину попадает мяч. Здорово пробили головой быки из пределов даже уже вратарской. Это Малышев, по-моему, был. Если вдруг я ошибусь и кого-то назову неправильно, дорогие друзья, прошу меня простить. Действительно, снегопад затрудняет работу всем, в том числе и вашему покорному слуге. Продолжает Тандер атаковать. Еще один момент. Мяч мечется по штрафной. Удар, рикошет. И еще один корнер будет. Близок к голу Тандер в последние минуты. Близок к эквалайзеру, так называемому. Подача. Еще один удар головой. Мяч остается у Бирюзова-Серых. Еще момент. Еще один удар. Еще один голевой шанс. Но на этот раз мяч проходит мимо ворот и быстро разыгрывают мяч ансарцы. Не сказать, что в численном большинстве атакуют зелено-белые, хотел бы я назвать. Все-таки такие цвета больше присутствуют в летнем комплекте формы у этого коллектива. Но вот сейчас, смотря и окидывая взглядом всех футболистов Ансара, видно, что все в темных штанах играют. Поэтому, наверное, зелено-черные будет более правдоподобными такое прозвище, если именно с точки зрения игровой раскладки оценивать коллектив Сайфутдина Рамазанова. Штрафной зарабатывает Тандер. Это агрессивно в отбор пошел Камиль Магомедов. Этот защитник на самом деле славится своей жесткостью в футбольном плане. Не раз покидал он пределы поля за две желтые карточки. Но вот сейчас заработал штрафной для своей команды. И Анатолий Макаров пробивает по статичному мячу. К слову, несмотря на позицию центрального защитника, Макаров достаточно много забивает. На его счету в первом клубе 6 забитых мячей, в частности и прямыми ударами со штрафных он ворота соперника поражал. Заброс от Александра Саженина не находит адресата в чужой штрафной, но достаточно быстро Тандер мяч себе отвоевал. Ансара, вот если говорить о тактике команды, в первую очередь славятся своими быстрыми выпадами, и когда поле в таком тяжелом состоянии находится, конечно же, сходу атаковать значительно сложнее, но вот, к слову, и обороняться действительно проще, когда против соперника играешь не только ты, не только твои 7 полевых футболистов и голкипер, но и сложное покрытие. Но Ансару, по большому счету, сегодня необходимо порепетировать, несмотря на то, что этот матч, безусловно, имеет серьезное значение в турнирных раскладах, в турнирном плане. Завтра у Ансара есть возможность выиграть свой первый трофей в истории в ЛФЛ в рамках открытого зимнего кубка в Малом Кубке. Этот турнир для тех, кто неудачно прошел групповой этап, но тем не менее продолжил свое выступление в турнире. Ансар сыграет в финале против коллектива с Северо-Восточного округа. Будем надеяться, что наша северная команда одержит в этом противостоянии победу. Пожелаем ей всяческих
успехов. Но сегодня, понятное дело, в турнирном плане этот матч важнее. Здесь решается судьба дальнейших выступлений. Ну а ОЗК, если уж так хотите, это скорее такой аналог коммерческого турнира. Во время зимней паузы в чемпионате, если вы не в курсе, командам было предложено провести время также на футбольных полях, но не в рамках чемпионата, а вот в рамках открытого зимнего кубка Севера и Северо-Востока. Лисюков перехватывает мяч и доставляет его Сергею Малышеву. Тот играет направо. Атака развивается, но недостаточно быстро. Ансар уже буквально всей командой возвращается на свою половину поля. Петряков в центр на Лисюкова. Вот уже и Макаров подключился к наступлению. Навес, но здесь довольно легко южане справляются с забросом в собственную штрафную. А это Фарид Гамидов устремляется вперед, обыгрывает Бетрединова. Но бить с такой дистанции, с такого угла уже неудобно. Тем не менее он выбирается на ударную позицию, а затем еще и классную голевую передачу пытался отдать, но соперник этот замысел раскусил и перехват совершил. Гамидов, на этот раз уже Эльдар на своей половине поля, совершает перехват, но достаточно быстро команду успели допустить по ошибке, и Ансар вновь в атаке. Удар завершился выпад ансарцев точным выстрелом. Конечно, на гол рассчитывать в такой ситуации было тяжело, но и Бетрединов не стал рисковать, а сыграл надежно, кулаками выбив мяч за пределы поля. В ближний угол направлялся выстрел, и голкипер был на чеку. Эльдар Гамидов выполнит подачу от углового флажка. Навес в район 10-метровой отметки. Первым на подборе окажется Сафудин Рамазанов. Рискованно в подкате действовал капитан ансарцев. А это дальний выстрел. В исполнении одного из защитников. Мяч в перекладину попадает. Гол мог бы получиться, конечно же, на заглядение, если бы снаряд в конечном счете в сетку ворот юркнул. Но у нас замена уже и у Тандера на 20-й минуте встречи. На поле под 70-м номером появился Михаил Савин. Впереди, насколько я понимаю, вышел Григорий Баталин. Также очередные перестановки произошли у бэков в схеме игры. Но, скорее всего, насколько я понимаю, у нас Александр Саженин опустился в пару к Анатолию Макарову и будет действовать в линии обороны. А остальные будут заниматься своими, что называется, прямыми обязанностями. Очередная длинная передача вот Александра Саженина получается совсем уж никудышной. Ансар в контратаку 3 в 2 устремляется. Гамидов, передача! Показывает Владимир Коржевский, что нужно подниматься хавбеку Ансара. Не было там поводов назначить пенальти, но атака действительно получилась очень перспективной. И уже не в первый раз теряет на самом деле мяч Александр Саженин. До этого, правда, мяч терялся в чужой штрафной, но сейчас он потерял на своей половине. А это ответ уже от Тандера. И если в первом эпизоде Рамиль Хусейнов свою команду выручил, то затем уже неаккуратно защитники зелено-черных действуют и зарабатывают номинальные гости пенальти. Пенальти безоговорочные. Здесь никто и не спорит о вердикте главного арбитра. У Тандера есть великолепная возможность сравнять счет. У мяча Григорий Баталин против Рамиля Хусаинова. Главная надежда Ансара. И остался стоять по центру Хусаинов, но Баталин пробил на исполнение, покатил мяч точнёхонько в угол и уравновесил чаши весов. 1-1 на 23-й минуте становится счет. Обменялись забитыми голами команды в первом тайме. И пусть еще до конца стартовой 30-ти минутки остается время. Все самое интересное в любом случае будет у нас, скорее всего, после перерыва.
Обидный гол в конечном счете пропускает Ансар. Ничто не предвещало беды, как говорят в подобных ситуациях. Пытался разрядить обстановку защитник Ансара. Сейчас без повтора я не возьмусь утверждать, кто же именно в этом эпизоде, что называется, привез пенальти в собственные ворота, но вовремя выскочивший из-за спины Форет поставил корпус, получил удар по ногам. Здесь не было просто шансов не назначить пенальти. А здесь еще один момент у Тандера, и не забивают быки. Вновь буквально из пустых ворот выбивает мяч ансарцы. Уже второй подобный момент в сегодняшнем противостоянии. Если бы сейчас зелено-черные пропустили во второй раз, это, конечно же, был бы сильнейший хук, выражаясь боксерской терминологией, а сам бы Ансар оказался в тяжелом нокдауне. Но в футболе сослагательного наклонения не бывает, мы все об этом прекрасно знаем. Матч продолжается. На табло у нас ничейный счет, Ансар тем временем зарабатывает угловой. И вновь от правой бровки подавать штрафную будет Эльдар Гамидов. Передача низом следует на брата, на Фарида. Фарид Гамидов возвращает мяч Эльдару. И вот теперь последует подача, верховое единоборство. Удар и... отворот назначает арбитр. Рисковали уже футболисты Тандера. Сергей Малышев вернулся в оборону помочь своим партнерам и чуть было не привез пенальти. Там, конечно, удара в итоге не состоялось, но могла вполне вот случиться похожая ситуация, что мы наблюдали несколькими минутами ранее, но на противоположной половине поля. Лисяков отыгрывается назад на Макарова. Не спеша, Тандер начинает готовить свою атаку. И длинная передача вперед на оставшегося в чужой штрафной Сергея Малышева. Вновь защитники Ансара справляются с подобной атакой. На этот раз, правда, Хусяинов вышел из ворот и разрядил обстановку. Малышев катит мяч налево. Передача в штрафную точно в руки Хусяинова. Гамидов. Не удается пройти вставшего у него на пути оппонента, но тот сыграл в мяч. Здорово здесь выбрал позицию Михаил Савин. И буквально вынудил потерять мяч Эльдара Гамидова. Сейчас Савин бросает мяч налево Петрякову. Передача в штрафную. И еще один момент назревает. Падение. И на этот раз показывает Владимир Коржевский, что нужно подниматься Форду. Второй пенальти. Вот в такой ситуации он не поставит. Естественно, это вызывает гнев, негодование у защитников Ансара. Возможно, даже кто-то и успел попросить для Форда желтую карточку за подобное поведение. Но вполне возможно, что вот здесь будет отложенное предупреждение. Это уже было своего рода месть, потому что именно против упавшего в том эпизоде футболиста жестко пошли в отбор защитники Ансара. Ну а сейчас все внимание атаки зелено-черных. Сайфудин Рамазанов с мячом. Отыгрывается с Фаридом Гамидовым. Передача в центр напрашивается, но Гамидов находит другое продолжение атаки. Эльдар Гамидов скользнулся на обчищенном участке, и мяч у него в итоге из-под ноги выбили. Нет, не показал отложенного предупреждения Владимир Коржевский, расценив, что в одном эпизоде не дал желтую карточку за неспортивное поведение, во втором эпизоде отложенный горчичник также не состоялся. В общем, команды остались при своих, и, наверное, стоит с решением арбитра согласиться. Я тут, на самом деле, поддерживаю подобную стратегию ведения игры. Очередной корнер и вновь с правого фланга. Вот, если честно, не могу так сходу припомнить, подавали ли ансарцы с противоположной половины поля угловые в сегодняшнем матче. Гамидов, подача чуть выше. Пошел этот навес, но первым на подборе окажется Фарид Гамидов. Не удалось ему прокинуть мяч в домик
Александру Саженину, а тот в итоге еще и корпус поставил, и мяч для своей команды сохранил. Михаил Саин будет водить из-за бока. Минуту до окончания первого тайма, возможно, последнюю атаку Тандера в первой половине мы с вами наблюдаем. Анатолий Макаров выполняет подачу со штрафного, планирующий навес, но здесь Рамиль Хусаинов вновь классно занял позицию и без каких-либо проблем мяч в руки забрал. Контратака Ансара. Фарид Гамидов играет налево на Эльдара Гамидова. Тот смещается в центр. Идет, уходит от подката. Нужно уже расставаться с мячом Эльдару. Он убирает мяч под левую, бьет и зарабатывает угловой. Вот как раз-таки сейчас будет и подача с левого корнера. И на этот раз Сафудин Рамазанов отправляется, насколько я понимаю, выполнять. Нет, он просто подает мяч своему партнеру. И Эльдар Гамидов, так же как и с правой бровки, выполнит навес в штрафную. Обменялись хорошими выпадами соперники. Ну, Гамидов, на самом деле, по большому счету, делал все правильно. Главное, мяч не потерял и контратаку на свои ворота не навлек. Хотя, конечно же, можно было бы найти и более интересное развитие событий. Завершился перерыв в матче 20-го тура первого дивизиона, в котором отношения выясняют Ансар и Тандер. После стартовой 30 минут игры у нас на табло ничья 1-1. Ансар открыл счет уже ближе к середине тайма, когда на 11-й минуте Камиль Магомедов поразил ворота соперника. Но Тандер ближе к перерыву уже сумел отыграться. Затем создал еще несколько хороших моментов. Но ничейный итог до перерыва продержался. И у нас начинается вторая половина сразу же с опасного момента в исполнении Тандера. Потеряли мяч на своей половине зелено-черный. И в итоге этим не преминули воспользоваться их соперники. Благо, что мяч в итоге в сетке ворот не оказался. Благо, конечно, понятное дело, для поклонников и футболистов Ансара. Они, безусловно, сейчас поддерживают свою команду. Они считают, что их коллектив играл лучше в первом тайме. Поклонники Громовых, естественно, считают наоборот, но тем и интересен футбол, когда в достаточно равном матче, когда сначала преимущество было на стороне одного коллектива, а затем другие заправляли балом, каждый считает, что в стартовые 30 минут именно он играл лучше, и все у нас решится на поле во втором тайме. Напомню, что в первом круге Тандер добился минимальной победы, минимальной волевой победы со счетом 2-1. Но с той поры утекло очень много воды. Ансар в начале сезона, к слову, испытывал серьезные кадровые трудности. И несколько игровых уикендов не мог, что называется, собирать оптимальные составы. Ну а в начале сезона вряд ли кто-то еще мог предположить, что быки будут сражаться за повышение в классе. Да, в классе этой команды никто не сомневался, но предположить подобное развитие событий, опять же повторюсь, наверное, могли только непосредственные поклонники и футболисты команды. Отметим также и Михаила Нагорного, главного тренера Тандера. Если мне не изменяет моя память, появился он у команды совсем недавно, внес некоторые изменения в структуру игры, в тактику ее, и результат дает свои плоды. Опять же, команда сражается за повышение в классе. Да, понятное дело, что преимущество Аэрофлота и смены сейчас достаточно велико в турнирной таблице, и что самое важное, по игре. Но за третью и четвертую позицию Тандер сражаться будет несомненно. И надо отметить, что кроме быков на эту позицию претендует еще, ну, как минимум, команд 5, а может быть даже и 6, если к оным причислять и Ансар. На самом деле
от четвертой строчки, на которой сейчас располагается Гепардс, которому уже начислена техническая победа над снявшимся с розыгрыша перед летом. Ансара отстает всего на 8 очков. Понятное дело, что ровно столько же разница и между Тандером и Сменой. Но вот в турнире, где плотность как никогда высока, гандикап даже в 3 победы, наверное, по большому счету ничего тебе не гарантирует, если ты, конечно же, не в голове турнирной таблицы. Здесь, конечно же, преимущество все тех же Аэрофлота и Смены выглядит практически неоспоримым, учитывая, что еще и достаточно долгое время летчиков вообще никто не мог обыграть в чемпионате первого дивизиона. Да и вообще, поражение у Аэрофлота всего одно нанес его команде Игоря Кривошеева Ювенал, когда располагался на последнем месте турнирной таблицы. Это вот как раз-таки лучшее подтверждение моему спичу, который я начал несколько минут назад. Нарушение правила, опоздал буквально на несколько секунд Герихан Албагачи с подкатом, и более молодой оппонент успел, что называется, протолкнуть мяч и заработать штрафной. Много было стандартов в первом тайме, и штрафных, и угловых. С одного из них, к слову, был забитый гол, я имею в виду о пенальти, реализованном Григорием Баталиным. Но вот у Анатолия Макарова пока удары по статичному мячу идут не самым лучшим образом. Подготовил себе позицию по пляжному вот так вот Анатолий Макаров. Насколько мне известно, Тандер еще и участие принимает в любительской пляжной футбольной лиге, так что это для футболистов не в новинку. Но на этот раз следует передача чуть левее, но, похоже, этого паса не ожидал ни Валентин Петряков, никто иной из партнеров команды. Падение и второй пенальти зарабатывает в свои ворота Камиль Магомедов. Вот с моей позиции было очень хорошо видно, что нарушал правила Камиль. И у Тандера есть шанс таким образом выйти вперед в сегодняшнем противостоянии, если Баки реализуют второй пенальти. У мяча Кирилл Гончаров. Прошу прощения, как-то упустил тот момент, когда этот форвард появился на газоне вместо Сергея Малышева. По структуре своей они, знаете, так немножко похожи. Вот Гончаров сейчас имеет шанс пополнить свой багаж забитых мячей. Второй пенальти в сегодняшнем матче. Свисток, разбег и удары тащит пенальти Рамиль Хусаинов, выручает свою команду. Да, скептики могут сказать, что чуть раньше выдвинулся с линии ворот Рамиль Хусаинов, но в подобных ситуациях крайне редко позволяют перебить пенальти, тем более, что, будем честны, пробил-то Гончаров не самым лучшим образом. И Тандер сейчас, конечно, оказался в крайне неприятной ситуации, потому что Ансар воодушевлен. Ансар, я уверен, сейчас полетит вперед и будет иметь шансы для того, чтобы поразить ворота соперника. Ох, классная игра нас с вами ожидает. Здесь мяч попадает в руку. И, учитывая, что она была в неестественном положении, арбитр встречу остановил. Ну вот так вот Магомедов забил первый гол в сегодняшнем противостоянии и оказался причастен к пенальти в собственные ворота. А Хусаинов на текущий момент, наверное, считается главным героем матча. Понятное дело, что играть еще достаточно много, чуть больше 20 минут, то есть больше трети поединка. Но отраженный пенальти — это огромнейшее подспорье для команды при ничейном счете на табло. Сергей Люсюков отправляется отдыхать у Тандера. Очередные перестановки, очередная замена в составе быков. Из-за боковой будут они возобновлять игру. Ну и возвращается на газон Сергей Малышев. Сразу же в направлении него бросается мяч из-за боковой, но защитники Ансара надежны и выбивают мяч, а затем еще и блокируют дальний выстрел из-за пределов штрафной. Еще один аут. Вновь единоборство в штрафной Ансара остается за владельцами этой самой штрафной. Титуев.
разряжает обстановку, но неудачно, будем честны, выбивает мяч из своей штрафной. Хорошо, что на подборе первым оказался вернувшийся Фарид Гамидов, а это атака 3 в 2. Развивается у Ансара и пожадничал, откровенно пожадничал сейчас Арслан Абдулгамидов. Втроем против одного защитника вываливались на чужие ворота зелено-черные. И Арслан решил индивидуально решить эпизод и не сумел этого сделать. Упущен вернейший шанс. Конечно, до пенальти в исполнении Кирилла Гончарова ему далековато. Но если оценивать пенальти как, наверное, 90% возможность забить гол, то вот эта вот атака я на свой скромный взгляд оценю так эдак в процентов 60-65 даже, наверное. Абдулгамидов. Передача в штрафную. И здесь Амиль Бетрединов ходит из ворот в кошачьем прыжке. Забирает мяч. Макаров. Очередная длинная передача вперед. Гончаров. И дважды блокирует его прострел Мурат Титуев. Возвращаются в обороны футболисты Ансара. Потихоньку подтягиваются и игроки Тандера. Мубарак Салихов неплохо, но в конечном счете потерял равновесие, а затем и нарушил правила. А это уже желтая карточка за откидку мяча, недисциплинированное поведение, за явное несогласие с решением арбитра. Все вкупо. Ну, для Салихова это предупреждение не является важным. Всего лишь второй горчичник с начала сезона. А вот рискует пропустить следующую встречу у Ансара Мурат Титуев, Мурат Гаджиев и Фарид Гамидов. У всех у них по три предупреждения. Макаров вновь выполняет штрафной. Подача, момент и гол! Забивает Тандер. А это уже удаление. Хотя нет. Обошелся лишь желтой карточкой Владимир Коржевский. Хотя со стороны, конечно же, это сейчас выглядело достаточно страшновато. Только мы поговорили о том, что Гаджиев рискует пропустить следующий матч. И следующую игру он пропустит. 2-1 становится счет. Не забили пенальти футболисты Тандера. Но забили с другого стандарта. Ну а тем временем продолжают свое недовольство высказывать футболиста Ансара. И Владимир Коржевский поговаривает, что будет заканчивать встречу, если команда не успокоится. До конца поединка 18 минут. И техническое поражение может привести к серьезным последствиям для команды. Ну, возобновляется игра. Смею предположить, что сейчас градус встречи будет как никогда высок. Петряков играет в центр. Баталин. Подкат чистый в исполнении Эльдара Гамидова. И дальний удар. И вручает свою команду Рамиль Хусаинов. Переводя мяч на угловой. Камиль Магомедов жестко обошелся с Сергеем Малышевым. Это было видно с комментаторской позиции. Возможно, попало и в объективы телекамер. Подача разряжает обстановку в обороне. Ансарцы.
Но они предельно сейчас заведены. Оно и понятно. По мнению зелено-черных, гол Сергей Малышев забивал с нарушением правил. Затем уже после просмотра повтора мы сможем оценить этот эпизод по-новому. Благо, такая возможность у нас есть. В атаке зелено-черные. Подача углового ничем опасным не завершилась. Абдулгамидов из-за боковой вводит мяч в штрафную. Вновь разряжает обстановку. Здесь Титуев играет надежно, не пуская к мячу соперника. Контролирует мяч зелено-черные. Они уже в штрафной. Прострел и очередной опасный момент завершается выносом. Это уже Гамидов бьет поворотом. Падение в чужой штрафной не завершается остановкой игры. Падал там защитник, но арбитр находился в нескольких метрах и прекрасно видел единоборство. Пошел вперед и Герихан Албогачиев. Удар выше ворот проходит мяч. Малышев принимает мяч. Откидывает его назад Петрякову. Неудачная передача в штрафную. Салихов. Абдулгамидов. Потеря. И тут же ошибается в передаче и Григорий Баталин. Абдулгамидов. Албогачиев. И обратно на Абдулгамидова. Разыграли лишнего против Сергея Малышева, но в итоге тот вновь вернулся за линию мяча и вынуждает вновь повторить процедуру. Албогачиев выносит мяч вперед. Точно получилось на партнера. Вот сейчас может получиться что-то интересное. Фарид Гамидов. Подача в штрафную. Выходит из ворот Бетридинов и свою команду выручает. Там еще одна стычка тем временем на противоположной половине поля происходит. Видимо, недоволен Эльдар Гамидов тем, как голкипер выходил из ворот. Малышев, удар. И удар от ворот в итоге досталось Сергею Малышеву. Да, действительно, после третьего гола в сегодняшнем матче градус игры возрос значительно. Разыгрывает мяч Хусяинов. Магомедов. Неточная передача. И очередная пауза, замена. Абдулгамидов отправился отдыхать, даже не пересекая всю площадь поля. На газон вернулся Сафутдин Рамазанов.
Малышев. С мячом в чужой штрафной, но спиной к воротам. Угрожать с подобной позиции невозможно. Вот он момент, и третий гол забивает Тандер. Неудачный отскок для Рамиля Хусаинова от перекладины. Мяч отскочил точно в ноги одиноко стоящему в чужой штрафной Кириллу Гончарову. И тот исправился за промах с точки и делает счет 3-1. За 10 минут до конца состоялось это взятие ворот. Теперь Ансару нужно забивать как минимум дважды. Крайне тяжелая задача, безусловно. Но шансы у Ансара остаются. Тем более, что коллектив Сайфутдина Рамазанова является, наверное, одним из самых духовитов клубов первой лиги. Подобные камбэки удавались зелено-черным. Да и далеко за примерами ходить не надо. В этом сезоне в поединке против Гепардс сумели ансарцы сломить сопротивление оппонента после полностью проваленного старта поединка. Малышев уходит от Герихана Албагачиева, но в угол штрафного упирается. Петряков входит в штрафную. Передача. На этот раз игровым единоборством завершилось то падение. Ну а здесь уже проход в ноги. И что делает Камиль Магомедов? Это будет очень длительная дисквалификация. И желтая карточка у него уже была. Это пенальти, насколько я понимаю, или что? Не, ну пенальти вряд ли. Мяч находился в другом месте. Но на 51-й минуте как минимум Ансар в меньшинстве остается. Это точно. Ну а Тандер возобновит игру угловым, потому что действительно мяч находился, что называется, вне игры в тот момент, когда случилась стычка. Но очень все страшно смотрелось. Мне, честно говоря, до сих пор немножко не по себе от этого эпизода. Подача. Выходит из ворот Хусаинов, но до мяча не добирается. Защитники разряжают обстановку. Еще один навес. И здесь Хусаинов забирает мяч в свои руки. Здорово Албагачиев на самом деле сыграл, поставив корпус и не пустив оппонента к мячу. Еще один стык. Видимо, досталось Эльдару Гамидову. Пошел он в подкат. Ну, действительно, игра уже действительно похожа на побоище.
Выдержал я паузу, дорогие друзья, чтобы вы могли без моих комментариев послушать перипетии этого противостояния. Да, действительно, градус игры очень высок. Цена результата очень важна. Но честно говоря, я лично подобные ситуации по понятным причинам не поддерживаю. В атаке Ансар, даже в меньшинстве, стараются вырвать ничью подопечные Сайфутдина Рамазанова. 5 минут у нас остается до окончания поединка. 2 мяча отставания. Наверное, в подобной ситуации можно говорить о том, что победу Громовы упустят едва ли. Петряков играет вертикально. Здесь Албогачиев здорово опережает Сергея Малышева и выбивает мяч в аут. Хорошая передача пяткой от Михаила Савина, но чуть-чуть силу не рассчитал. Мяч в итоге оказался у Ансара, который в атаке левым флангом прострел. И здесь Эльдар Гаминов будет первым на мяче. Савин. Не самая удобная передача, но сумел Малышев мяч укротить. Лисюков слева один. Подключается к атаке Петряков. Еще выше Савин. Вот на него и следует передача. Не торопится идти в атаку Тандер, предпочитая контролировать мяч, но вот, вот эта вот передача Савина в штрафную, наверное, не самая лучшая в сложившейся ситуации, когда твоя команда попросту контролирует снаряд на чужой половине поля. Здесь Гамидов рвется к чужим воротам, передача в штрафную. Будет момент. Рамазанов убирает мяч по себя, подсечечка, и еще становится 3-2, забивает Сайфутдин Рамазанов. Оставляя свою команду в игре, оставляя ей шансы на спасение. Петряков возобновляет игру. Лисюков. Не было здесь нарушения правил. Гамидов заряжает свечу. Рамазанов. 4 в 3 развивается атака Ансара. Но далеко от себя мяч отпустил Рамазанов. И в итоге снаряд был упущен. Салихов приводит мяч налево. Абдулгамидов. Прострел и точно в руки Шамилю Бетридинова. Малышев на скорости убегает от Герихана Албогачиева, но здесь на подстраховку возвращается Абдулгамидов. Сохраняет мяч Малышев. Лисюков готовит момент для удара. Бьет и угловой зарабатывает Тандер. Могло кому-то показаться, что мяч в ближний угол ворот юркнул. Yeah.
Гамидов. Хорошая передача на Рамазанова. Держит мяч и отдает отличную передачу на Гамидова. Тот падает. И чисто, по мнению арбитра, было сыграно. Макаров. Подсказывает ему, что нужно ломать соперника. Не стал этого делать Арслан Абдулгамидов. Контролирует мяч футболиста Тандера. Петряков по штрафную и не доходит передача. Закончилась атака неточной передачей и обратной на Сергея Малышева. Неохота идти в атаку футболистам Тандера. Оно и понятно. До конца поединка остается буквально несколько минут. Здесь жесткий стык. Досталось Шамилю Бетридинова. Но мяч из своих рук он не выпустил. Малышев ставит корпус, бьет. И нарушение правил фиксирует арбитр. Подтолкнул он в спину Герихана Албагачиева. Основное время матча у нас, дорогие друзья, уже подошло к концу. Пошли добавленные арбитром минуты. Помним мы стычку с участием Камиля Магомедова, завершившейся красной карточкой. Поэтому, думаю, минуту, а может быть даже и две команды еще на поле проведут. Замену делает Тандер. Не спеша покидает пределы поля Валентин Петряков. Это понятно. Никто спешить в бирюзово-серой форме не будет. Салихов. Доходит передача вперед. Еще один момент будет для удара. Нет, чисто выбивает мяч защитники, а именно Сергей Лисюков. Малышев. Хорошая передача. Савин. Передача направо. Лисюков. Вновь в численном большинстве атакуют футболисты Тандера, но не спешат завершать атаку ударом. Лишь когда Эльдар Гамидов в отбор пошел, последовал дальний выстрел. Минуту уже, наверное, точно команда переиграли. Арбитр пока не посматривает на часы. Эльдар Гамидов. Передача. И выносит мяч из своей штрафной защитники Тандера. Даже Рамиль Хусаинов ближе к центру поля уже передвигается. В атаке Тандер. Падение. Здесь пенальти арбитр не поставил. Богачиев готовит передачу в штрафную и заряжается своей левой. Справляются с первой волной атаки защитники Тандера. Малышев контратаку возглавляет. Бросает в прорыв Сергея Лисюкова. Один на один. И мимо ворот, но это уже становится неважно, потому что главный арбитр встречи дает свисток, возвещающий о завершении этого поединка. Что ж, дорогие друзья, вместе с вами за ходом этой трансляции следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги и до свидания.